Добрый день! Сегодня хочу представить новинки от компании «Флагман» для фидерной ловли, которые появились летом 2014 года. Первая новинка – это удилище Force Feeder Heavy длиной 3,90 с кастингом до 140 грамм. Это удилище было специально разработано для выполнения забросов на большие дистанции. Снасть оптимальна для использования на крупных реках, где ловля ведется на значительной дистанции с тяжелыми кормушками, которые не сносятся течением. Force Feeder Heavy может найти применение в ловле карпа на обширных водоемах, так как наряду с отличными бросковыми характеристиками удилище отличает гибкость, необходимая для успешного вываживания крупной рыбы. Пропускные кольца обладают достаточно большим размером, в том числе и на сменных вершинках. Это позволяет без проблем использовать шок-лидеры, а также толстые шнуры и монофильные лески. Удилище оснащено комбинированной рукоятью, пробка плюс Ева, имеет трехчастную конструкцию, существенно облегчающую транспортировку. Force Feeder очень доступен по цене, что наряду с достойными характеристиками делает его отличным выбором для большинства любителей ловли фидера на больших водоемах. Сегодня я впервые рыбачу данным удилищем на реке Десна. Хочу сказать от себя, что удилище действительно является посылистым, хорошо доставляет кормушки на дальней дистанции большого веса, показывает минимальную поклевку рыбки, вяжет рыбу хорошо. Вот. Довольно легкое. То есть данное удилище очень мощное. Я бы рекомендовал использовать на таких реках с большим течением, как Десна, Днепр, под тяжелые кормушки. Также он превосходно подойдет любителям ловли карпа в следующих водоемах, так как сможет доставить, я думаю, необходимую кормушку на необходимую дистанцию вот, за счет бросковых характеристик. Удилище бюджетное, поэтому, я думаю, большое количество рыболовов приобретут его и будет довольны данной моделью. Также хочу представить еще одну новинку компании «Флагман» – катушку Force Feeder 50. Катушка обладает передаточным числом 4,9 к 1, что говорит о ее хороших тяговых характеристиках, имеет вес в 370 грамм, 5 подшипников, также оснащена системой Baitrunner, что превосходно подойдет для любителей ловли карпа фидером. Еще одна новинка компании «Флагман» – это мощное композитное удилище бюджет линейки Magnum в длине 3,60-3,90 с тестом до 150 грамм. Фидерная ловля на больших реках, особенно имеющих сильное течение, сопряжена с использованием длинных удилищ повышенной мощности, которые в состоянии забрасывать тяжелые кормушки на внушительные дистанции. Именно к таким снастям относится Magnum River Feeder. Конечно, здесь вы не увидите легкости и изящества, которые требуются для скоростной ловли, но зато вы гарантированно сможете забросить на нужное расстояние кормушку, которая не будет сносить течение. А это главное, что требуется снасти на большой и быстрой реке. Удилище имеет средний быстрый строй, оборудовано пробковой рукоятью, винтовым катушкодержателем и оксидными кольцами, устойчивым плетеным леском. Благодаря трехчастному исполнению удилище удобно в транспортировке. Одним из важнейших преимуществ Magnum River Feeder является доступность. Крайне редко можно встретить столь бюджетное удилище, которое справлялось бы с обозначенными выше задачами. Еще одна новинка – это катушка Magnum Carp Feeder 60, которая превосходно сочетается с данным удилищем. Катушка бюджетного класса обладает передаточным числом 5,6 к 1, имеет 3 подшипника, весит 555 грамм. Катушка оснащена Baitrunner и поэтому успешно подойдет как для ловли фидером, так и для ловли карпа.
Сегодня на рыбалке я использовал сухой дип компании Flagman Magic Baits. Хочу сказать, что он показал свои результаты, рыба отзывалась неплохо. На течении он работает, советую вам попробовать, и думаю, ваш результат также будет неплохим. Сегодня на десне я ловил на опарыша с посадкой шарика пенопласта. Но когда я стал диповать это в сухом дипе Magic Bait, поклевки стали подходить быстрее, результативней и более уверенные. На них успешно отзывались такая рыба, как некрупный подлещик и мелкая гусера. Еще одна полезная новинка для любителей поплавочной и фидерной ловли – это специально подготовленная глина. Она используется для утяжеления прикормки на течении, не дает крупным частицам быстро сноситься течением. Также глину успешно можно использовать в перебивке мотыля, так как он в ней хорошо сохраняется, в отличие от прикормок. Глина выпускается в двух видах – лещ и плотва. Каждый сможет подобрать подходящую для своих условий ловли. Также полезной новинкой для любителей поплавочной и фидерной ловли станет телескопическая ручка подсаки Force 3 метра. Ручка имеет стандартную резьбу, подходит ко всем головам подсаки абсолютно, обладает небольшим весом и компактной транспортировочной длиной. И в завершение нашего сегодняшнего обзора хочу представить вам еще одну новинку – пикерное удилище компании Flagman Force Picker в длине 2,70. Как и следует из названия, Force Picker относится к донным удилищам легкого класса – пикерам. Такие снасти оптимальны для ловли на небольших стоячих водоемах и на малых реках. Они обладают высокой чувствительностью и благодаря небольшой длине позволяют с легкостью манипулировать снастью в стесненных условиях. Данное удилище от большинства своих собратьев отличается более высокой мощностью, что делает его в большей степени универсальным. Force Picker имеет кастинг не до 40 грамм, как большинство пикеров, а до 50 грамм. Удилище прочное, надежное и доступное по цене. Его вполне можно приобрести в качестве единственного и универсального донного удилища, если не предполагается рыбалка на больших водоемах. Force Picker оснащен комбинированной рукоятью, пробка плюс ЕВА, и пропускными кольцами, устойчивыми к абразивному воздействию плетеных лесок. Средний строй позволяет выполнять аккуратный и плавный заброс. Это удилище может быть использовано как с грузилами, так и с кормушками обычного типа или класса метод. К данному удилищу хорошо подойдет катушка компании Flagman Force Feeder 40. Катушка весит 380 грамм, имеет 5 подшипников, передаточное число 5,1 к 1. Также катушка оснащена байтранером, что превосходно подойдет для ловли некрупного карпа. Пользуйтесь продукцией компании Flagman, и ваша рыбалка всегда будет успешной.